Проснулась я 8 марта утром рано, а на подушке рядом лежат тюльпаны. Спасибо, милый, только как же ты не поймешь? Мне не нужны тюльпаны, я хочу Порш! Порш, 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 мне нужен Порш! Порш, 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 я хочу Порш! И написал под окнами, целую нежно, и лилии вокруг ты разбросал небрежно. Кричу тебе спасибо, но все это ложь, ведь я хочу под окнами не надпись, а Порш!